Игра интеллектуальная, вопросы спортивные. За 500 дней до Кубка Конфедерации самарские знатоки приняли участие в первом онлайн-турнире «Что, где, когда» между городами-участниками чемпионата мира по футболу 2018. Соревнования проходят в рамках всероссийской акции. За онлайн-поединком следил Кирилл Козин. Дон Порфирио, Корнетто Боленский. Дон это Порфирио. Все лошади. Yes. Здесь правильному ответу радуются так же, как забитому мячу или выигранной медали. Онлайн-турнир «Что, где, когда» соединил города, в которых пройдут игры чемпионата мира по футболу 2018, в том числе и Самару. В команду входят опытные игроки, так скажем, спортивного «Что, где, когда». И, которые неоднократно участвовали в различных турнирах. Я думаю, что не посрамим честь Самары среди других городов, участников. Игра состоит из трех таймов по 12 вопросов. На каждый всего одна минута. Ведет турнир суперзнаток, легенда клуба Борис Левин. На моей памяти это первый такой турнир, когда онлайн в режиме конференции играют разные города. Были попытки проводить такие турниры, но они, по-моему, еще ни разу не увенчались успехом. Я думаю, что сегодня точно увенчается. Интеллектуальный турнир проводится в рамках акции «500 дней до Кубка Конфедерации», который состоится летом 2017 года. Кирилл Козин, Александр Дудко, «Новости губернии».